Рипер, ты меня не видишь. Ты меня не видишь. Не надо. О! Сука. Это, возможно, была ошибка. Бля, Рипер нас спалил. Всем здорова и добро пожаловать на канал Арк Юрского периода. Я решил не переозвучивать это видео, чтобы вы посмотрели, как я прохожу босса, как бы и в реальном времени. Приятного просмотра. Так, я без понятия, где спавнится на операции. Я без понятия, без малейшего понятия. Давайте легко будет где-нибудь вот здесь. Я не помню, где-то лучше, ну будем лучше искать хз. Хотя бы при себе ничего важного нету. Ладно, буду блукать тут, искать что-то. Буду искать луч. Надеюсь, луч, самый мой большой сейчас страх, что луч пропадет, когда я достану этот артефакт и все остальное. Это вот стрёмно будет. Наверное, артефакты в последнюю очередь буду доставать. Окей, до связи. Еще один страх. Страх в том, что будет сильно лагать. Что-то я зашел на операцию, у меня FPS спросил. Хотя, ну блин, тут 0 человек, как бы жестко. Я не знал, что на операции подлагают. Да, понятно, я заходил раньше на операцию, вроде нормально было. Сейчас вот FPS, блин, не знаю, ему 30. Я зашел не туда, кажется. А? Спасите, приколы. Всем никакое мясо не перенеслось. Проблема. Напишите в комментах, пожалуйста, кто там любитель операции. Где тут лучи вообще спавнятся? То у меня каждый заход на операцию это час беготни. Ну или меньше, если повезет. У меня лагануло, и у меня тэп. Я их как бы от них убегал. Меня тэпнуло обратно, и они меня догнали. Классно. Только ненавижу операцию. Просто ненавижу. А, я уже в сложной зоне был, да, получается? Ладно. О, слава яйцам. Я хотя бы рядом заспавнился. А лучей-то нету, хоть я и в сложной зоне. Без штанов. Окей, идем дальше. На операция определяется чисто количеством рапторов, да? Пока это выглядит именно так. Аберрантная змея... Да, блядь, иди в жопу. Чего, почему? Вы это видели? Почему? Он меня даже не догонял. Я в опасной зоне сейчас. Ну, вроде опасно, но луч, слава богу, додумались на возвышенности сделать. Туда с крюком попадать надо. Да, придется крюк тратить. А! Что? Я два крюка потратил. Что за говно это, блядь? Что с операцией не так? Ладно, может как-то так. Вот сюда. Ну, что? Почему? Почему операция так не любит игроков? Самая жопная карта в игре. Так, ну что, прыжок веры? Нуп. Понял. Понял, дерево солома. Блять, луч же может пропасть. Наверное. Стенка-то поставится, блин. Есть. Блять. Пожалуйста, блин, если луч пропадет, я не выдержу. Возможно, сейчас я смогу залезть. Давай быстрее, пожалуйста, 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 пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Может перекрытие теперь поставить. Ага. Ага. Сука, вот дерьмо. Не вижу операцию. Так. И лагает, блин, это меня больше всего пугает сейчас. О, фак. А, я знаю, что у тебя, да, дурак. Надо было, надо просто еще одну лестницу поставить. Вот дурак. There is no mistakes it. That was a... Ладно, ребята, продолжаем. О, кто хотел там PvE контент, получайте PvE контент. Операция. Походу на операции даже не надо в PvP играть. Тут PvE я сам по себе, блин. Делаю. Не, знаете, это вообще это неплохо. Там не луч случайно, не? Потому что лучше так, чем он пропал бы, когда я доставал артефакты. Тогда пришлось бы обратно вообще миссию отменять. Так пока миссия еще не отменена. Запасная броня у меня есть. Все нормально еще пока. Че я думаю, что там заметка будет? Не? Не. Ладно. Ищем дальше. На операции вообще надо баф давать, за то, что ты сюда зашел, у тебя уже x2 опыт.
Серьезно. Их за опыт и достижение, не знаю. Там, мученик. Бо. Слава богу, они быстро приучаются. Если что, вдруг пусть будет. Я не знаю, просто с боссом Жилка вообще телепортируется, одноплечно, например. Сама телепортируется или выкидывать надо будет. Сейчас это и проверим. Вот там еще Карна бегает. Все. Я не один, так уже полегче. Что я потратил крюки 2. Просто потратил нахрен. Если мне надо будет, то не смогу, ну. Да какого, блять? Что за говно? На других картах они так часто это не делают. Пошел в жопу, видите, я кулаком его отогнал. Это третий раз уже меня рапторы парализуют. В парашюте пролечу это, увижу где-нибудь луч. Надеюсь, он не там сверху. Блять, тут вода кругом? О нет, надо спускаться. Он подох, он сигнализирует об опасности. Он у меня вообще почти не затыкается здесь на операции. Постоянно орёт, где-то опасность. А ну, среагирует? Не. Скорпион, видимо, не опасен, по мнению Лампадога. Ладно. Лучи спавнятся на определенных местах постоянно, типа на одних и тех же местах, как и на других картах. Вот хорошо бы знать, на каких местах именно они постоянно спавнятся. Не знаю, скиньте ссылку, комменты, если есть такая карта спауна лучей на этой карте. Это было бы очень для меня полезно. Луч, возле которого нету жилки вроде бы. Как бы не упасть, от меня тут, наверное, парашют по-любому надо. Так, вроде опасной жилки нету. Так, что там в первую очередь берем? Штаны. Штаны нужны, окей. Штаны, похлебка, хилка, лампадога берем. Броню берем, это берем, шлем берем, дробовик берем. Фух, сейчас сердце так колотится. Фух, страшно. Страшно, страшно, страшно. Патроны берем, берем. Вы перегружены, нахер выкинуть. Артефакт берем, воду берем. Артефакт берем, артефакт берем. Хорошо. Ладно, так, штаны одеть. Ну ладно, потом одену. Сюда. Ай, не то. Где артефакт? Артефакт. А почему? А, можно вот. Хорошо. Так, хорошо. Кирка. Штаны. Где мои штаны? Есть. Телепортируемся. Надо суп поставить на слот. Суп поставить. Хилку поставить. Одеть. Перчатки тоже надо одеть. Так, окей. Давай. ФПС. Она точно их коцает? О, вроде да. Есть, готово. Что скорость какая-то медленная. А, блядь, надо вес повыкидывать. И чё выкидывать? Нечего выкидывать. Надо повыкидывать. Зашибись, я подготовился, конечно. Но пока вроде все хорошо. Надо за жилкой следить еще. Пока идет хорошо, я считаю, нормально. Жилки нету, пока не вижу. Хорошо. Мимо. Надеюсь, 700 патронов хватит. Не, ну вроде так нормально, по FPS все хорошо. Слыхал, нельзя подходить к этим щупальцам. Это я понял. Пока все идет хорошо. Я, наверное, ничего не буду вырезать. Прям full битва. Потому что это для меня... Вы представляете, какое это для меня событие? Я на босса. Я. Сейчас патронов потрачу, так хоть быстрее буду бегать. Что можно выкинуть? Я думаю, меч мне не надо, не знаю. Грибы. Солома. Перчатки. О, поломанные эти. Во-во-во-во. Чуть повыше. О! Все, можно его коцать. 2 минуты прошло. Пожать что-нибудь, пожать. Не жжет. У меня что, залагало? А, он пожал. Во-во-во. С такими лагами можно и упасть. Пожалуйста. Не лагает, сука, жестко лагает. Да блять, давай же ж ты. Пока хорошо идет. Надо следить за кактусовой поклепкой еще. И за жилкой.
Вот видите, я стреляю. О, урон зарегало. С опозданием, но зарегало. 26 минут 40 секунд осталось. Все, понял. Ой, валим. Не. Хорошо, близко не подходим. Щупальца. Живки пока не вижу. Так, мне Егор говорил, что дробовик мой не должен испортиться за это время. Я надеюсь, так и будет. Хорошо. Жасть. Только не выкинь меня с игры, игра. Блять, лагает. Не стреляет. О, стреляет. Там музыки никакой нету, типа, мало ли почем можно понять, зависло ли у меня или нет. Но я понимаю, это потом краснеют ли эти щупальца. Фу, первый босс, ребята, первый босс. Жестко. Я сейчас как на стриме себя чувствую. Есть. Хорошо. Живки пока нету. Живки нету, хорошо. Все. Кажется, опять. Все, можем ему опять хп сносить. Быстрее. Я думаю, арбалет можно выкинуть, все равно крюков нету. То видите, у меня повес. Блять, че он постоянно жрать хочет? Блять, что-то как-то мало хп сняло. Очень мало. Что это такое? Че? Куда он делся? Блять, что случилось? Он живка, сука. Живка появилась. Воу. Да сдохни, блять, урон не проходит. Какого хера? Что за говно происходит? В видосах такого не было, я не видел. Блять, опустошителей куча. Ну, вроде пока меня не видят. Еды мало. Я, наверное, буду последнее щупальце убивать, когда я уже буду возле его близко. Потому что может не хватить времени мне. Патронов еще, я не знаю, хватит ли, что оказывается тут супер много. Вот, сейчас последнее буду убивать. Блять, времени что как-то. Чел на видосике прошел за 20 минут. У меня пока вообще ни хрена не смотрится за 20 минут. Давай, рещи. Нет, отсюда не проходит урон. Не тэпай, пожалуйста. Давай, может, поближе подойти. Давай, если сниму половину за 15 минут, то значит пройду. Смотрите, урон с опозданием, но прошел. Пусть хоть с опозданием, но только проходит. Ну, вроде бы 30% примерно есть уже за 8 минут. Это значит, что пройду, если все так и будет идти. Прожму супчик. А, понятно, не надо было жать, ну ладно. О, так почти половина. По времени идем, если наживка никогда не будет задалбывать. Если с голоду я там не помру. Так, валим. Сука, достала. Хилка. Ведь кажется, щупальцы посильнее становятся. Но опустошители меня не видят. Это хорошо, это вообще, они не приближаются близко к арене. Это замечательно вообще. Хорошо, есть. Фух. У меня там, блин, памяти было 30 гигабайт. Надеюсь, на полчаса хватит видео. Надо точно стрелять. То есть, если патрона не хватит, это фиаско. Это все, пацаны. Это просто, блядь. Теперь я понял, почему надо было так много брать. Сколько там патронов? Еще 500 патронов. Не, патронов должно хватить. Я потом скажу вам, сколько патронов потратил. Дробовик у меня на 214%. Я просто посмотрел на видео, чел проходил, у него на 229 было. Я подумал, разница небольшая, в принципе, у него 500 патронов было. Поэтому я взял себе на 200 патронов больше. Бля, это падла, он, видите, подошла близко. Вали отсюда. Я даже не знал, что такое опустошители до этого. А ну, он меня заметит, если я так близко подойду? Надеюсь, нет. О, не заметил. Сейчас это щупальце будем убивать, только когда близко подойду. Бля, я самое больше сейчас боюсь, что из-за лага я упаду туда вниз. Так близко только не надо подходить. Блядь. Еще мощное, что ли, попалось. Ну, дробовик реально мало коцается. Егор, красава, спасибо. Хотя бы насчет этого все четко знал. Да, половина. Я успеваю. В принципе, если найти мощный дробовик очень, то, я думаю, даже можно пройти в соло бета-версию. Валим. Что-то сейчас он недолго был в отключке. Сейчас меня опять херанет. А не, он сейчас походу жилку будет призывать опять. Пожрем пока. Золотистый гриб, тусклый бодрящий на укус, ну хорошо. Бодрящий подойдет. Еще стимберри у меня есть. Оу, блять, он призывал рипера. Там вики рекомендуется его убивать, но... Страшно-то как. Страшно насчет рипера. Я не хочу на его даже смотреть. Он не один. Не, с рипером как-то бодаться неохота. Урон, проходи, блядь.
Фух, ну урон с опозданием, ну проходит. Это хорошо, потому что, блядь, стрёмно. Стрёмно насчёт урона. Вы обратите внимание, пацик, который еще месяц назад на жабе снимал нагиб. Проходит. Не, ну у меня 1000 часов. 1000 часов. Близко лучше, конечно, и к обрыву не подходить, но их не хочется. Смотрите, сколько опустошителей, это жесть. Он рипер уже близко там подошел, падла. О-о-о. Жестко тэпнуло, жестко. Блять, смотрите, рипер, где. Вот его, возможно, убить придется. Я не знаю, до сколько близко я могу подходить к нему. Давай вот это, блять, жестко. Очень близко. Блять, обрыв близко. Он отошел. Отошел, пока он отошел. Беги, 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 беги отсюда. Смотри, еще надо за кактусом смотреть. Еще 2 щупальца осталось. Я так понял, 3 рипера призвал. Но я думаю, он еще будет призывать. Блин, последний раз очень мало он нам дал времени. Вот меня это напрягло. Опустошитель легко вообще убить? Ни хрена как-то нелегко. Ладно, блять, валим, 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 валим. Это, возможно, была ошибка. Бля, рипер нас спалил из-за того, что я опустошителя увалил. Вот говно. Это была ошибка, походу. Не, все, рипер нас забыл. Рипер забыл, вроде бы. У меня зависло. У меня с игры чуть, блядь. У меня игра, типа, свернулась на секунду. Блять. Надеюсь, у вас будет нормально, пацаны, если что. Меньшая часть хп осталась. О, сейчас хоть проходит урон вовремя. Сука. Видите? Лагает. Есть. Ну, падла тоже не слабая. За лага я не знаю, блин. Жестко очень. Все, 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 валим. Рипер, иди отсюда, блядь. Иди отсюда, пожалуйста. Пожалуйста, уходи. Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо большое. Огромное тебе спасибо. Пожалуйста, дай мне первый раз пройти нормально. Пусть в следующие разы я там буду страдать, не знаю. Но первый раз я хочу пройти нормально. Пробегаем, пока рипера нету. Пока рипер далеко отошел. Так, 15 минут прошло. 15 минут, ребята. 15 минут. Пожую грибов. Хотя бы. Еды мало. Мясо не перенеслось. Только грибов сажал 5 секунд назад, уже хочу жрать. Но с голоду-то я быстро не буду умирать. Надеюсь. Блядь, давай, проходи урон. Блядь, рипер там близковато подошел. 377 патронов осталось. Рипер, нет, не в ту сторону, рипер, блядь. Даже не думай. О-о-о-о. Пока он отвернулся сюда, бежим, 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 перезаряжаемся, бежим, 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 бежим. Сюда подбегу ближе, потому что меня не агрились. Хотя меня может заблочить рипер, вот жопа будет, если рипер сзади подойдет. Кактус прожимаем, да? Угу. Мало хп, хоть бы ничего не произошло, хоть бы я не призвал, блядь, еще больше риперов. Я риперов боюсь, капец. Я на операции с ними дела еще не имел. Я вообще с дикими риперами никогда не имел никаких дел. Сейчас меня током вхерачить должно по канону, блядь. Блядь, что призывает? Еды нету. А есть еще сытный гриб есть. Ну прожимайся ты. Пожалуйста. Ладно, я надеюсь, прожмется со временем. А, все грибы сожрал, блядь. Я коцает. А, блядь. Ну урон, проходи, блядь. Я нажимаю стрелять. Падла. Еще куча пробежала, сука. Идите нахер. Есть. Я, наверное, просто убегать буду от их. У меня еще скорость позволяла. Они медленные. Они медленные. Я реально не имел никаких дел с ними. Я думал, будет проще, конечно. Но немного сложнее, чем я думал. Ну, пока везет с риперами, они очень близко не подходят к краю. Если к краю прям подойдут, я не знаю, как их оббегать там. Риперы, они ж побыстрее будут, чем эти опустошители. Они не стреляют. А, ну, в принципе, где-то на меня риперы, я помню, нападали. А, я помню, где на меня на экстиншене пораженные риперы нападали. На операции я удовольствия еще не имел с ними сталкиваться. Блять, 11 минут осталось, 11 минут осталось. Черт подери. Челик быстрее прошел. Не знаю, не знаю. Дробовик слабоватый, конечно. Надо запомнить, от безымянных проще свалить, да и все.
чем время на них тратить. Ну хоть наелся. Блять, Рипер близко, Рипер на меня посмотрел. Надеюсь, не уйдет. Я по самому краешку пробегаю на тоненького. Я не заметил. Как эти ублюдки ко мне подходят. Давай, чтоб фул дома. Близко подойду. Что-то его как-то меньше коцать начал. Фух, давай. Ну подохни ты, блин. 10 минут осталось. Давай, ну немного, сука. Я, наверное, тут почилю. А, ну сюда электрика не достает. Понял. О, дамаг нормально проходит, хорошо. Блядь, чё их током не бьет? Рипер, ты меня не видишь, ты меня не видишь. Не надо. Блядь, смотрите там, сколько их. Возле каждого щупальца по два рипера! Проблема. Вижу проблему. Ладно, буду выше стрелять. Урон проходи, не? Три рипера стоит, блин. Оббежать, что ли? Может, она отойдет? 9 минут осталось, пиздец, ребят. О, они отошли. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Фу, меня тэпнуло. Видели, близко было, капец. Чуть не упал. 265 патронов. Фу, это, говорящий, самый простой босс. Рипер, развернись. Развернись, пожалуйста. Развернись. Он бежал. Так, 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 так. Пробегаем, пробегаем на тоненького. Пробегаем на тоненького, риперы. Не трогайте меня. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, пусть сейчас он помрет. Фух, риперы меня не застали. Давай. Ну давай. Пусть сейчас помрет, потому что рипера уже невыносимо много. Уже по три скупливаются в одной точке. Пожалуйста. Пожалуйста, пусть облегчит. Да! Да, 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 я это сделал. Да. Фух. Фух. Есть, я прошел его. Я прошел Роквелла в соло на официалке. Фух. Есть. Я это сделал. Фух. Сколько минут оставалось? Еще оставалось 7 минут где-то. На 2 минуты дольше, чем тот челик, примерно. Смотрите, какая тут анимашка. Клавер, загружаемся. Так, блядь, надо теперь свалить отсюда. Фух. Я это сделал. Я это сделал. Сохраняю видос. Куда мой лампадок делся? Типа, в какой момент он исчез? Я этого не выкидывал, забыл. О! О, я такую шляпку хотел. О! О! Эй! Вот это Николас, которого вы заслужили. О, прикольно. Осталось у меня 242 патрона. То есть мне бы хватило 500. Примерно. Так, да, сколько я там? 700 брал. 450 мне хватило. Ну,
500 бы хватило, должно было хватить. Ну, понятно, что на всякий случай лучше больше взять. Как бы и патроны скрафтить, это, блин, вообще ничто. По сложности, вот пройти босса, напряг такой. Вообще, броню покоцали. О, броня у меня покоцана была. Жестко. Надо флаг поставить себе. А ну-ка, как вообще инрамы выглядят, когда они открытые? А ну-ка. О, тег-репликатор, генератор. О, генератор, хорошо. Перчатки, блин, жаль, не шлем или грудак. Ну да ладно. Перчатками будем бомжей. Знаете, какой я видос думаю сделать можно? Можно на легендарной жабе покатать. Пойти на айленд, взять легендарную жабу, ну, легендарным седлом. И тег-перчатки. Зинаиса притащить себе. И вообще, блядь. Или это... Бегать по Айленду, херачить всех так перчаткой и на легендарной жабе. Ну, прикольно. Прикольно смотрится. Так. Куда у меня флажок? Куда флажок? У нас мало места. О. Пойдет. И так сойдет. Дороже только пугает, ну ладно. Достижение. Ну, поменялся. О, я теперь буду крутой. Гамма Роквелл плюс 5 максимального уровня выжившего. Ага, плюс 5 максимальному, но мне его качать получается надо, да? Уровень Чебедина плюс 0 максимального уровня. Для лучшего покачать Чебедина до этого уровня. Найдите все заметки переобходца для повышения максимального уровня на 10. Найдите 100 рун на 5. 10 рун. Угу. Понял. То есть, я думал, уровень тебе сразу накидывает, тебе его качать еще надо. Ты думал, я про тебя забыл. Нет, я про тебя не забыл. Ты в моей команде. Как и каждый, кто на меня подписан, кто в моей группе в Дискорде, как бы всем спасибо, что смотрите, за то, что лайкуете, пишете комментарии. Это очень важно для меня, и огромное вам спасибо. Спасибо за просмотр, и увидимся в следующем видео.